Несанкционированные свалки в Башкортостане, расположенные на неразграниченных землях, будут ликвидировать за счет регионального бюджета. Об этом на совещании по вопросам реформы обращения с отходами сообщил премьер-министр Андрей Назаров. Министерству природопользования и экологии поручено совместно с Министерством финансов решить вопрос финансирования работ. Расчеты необходимых затрат должны предоставить муниципалитеты, где обнаружены свалки. Напомню, в 2019 году их насчитывалось более 3000. На сегодняшний день осталось 517. По словам Андрея Назарова, 104 из них рекультивируют в рамках проекта «Генеральная уборка» до 2030 года. Небольшие скопления мусора уберут в конце этого года. Добавлю, на ликвидацию крупных свалок в Башкортостане в этом году выделили 1,5 миллиарда рублей, в том числе 1 100 000 000 из федерального бюджета. Всего за 2022-2024 годы на эти цели предусмотрено свыше 2 миллиардов.